Компания Renault отчиталась об успехах удаленного обновления мультимедийных систем на своих автомобилях. Технология фото в буквальном смысле означает прошивку по воздуху, то есть удаленное обновление через мобильную сеть. Развертывание фото на частных автомобилях началось в начале 2020 года, ускорилось в середине прошлого года и к июню 2021 года достигло миллиона скачиваний. Сегодня эта технология позволяет установить обновление на 85-90% частных автомобилей, а если бы обновления ставились только у дилеров, то фактически обновлялись бы максимум 60% машин. На первом этапе инженеры Renault решили обновлять медиасистемы EasyLink. Как это выглядит в жизни? Выключив зажигание, водитель увидит на экране всплывающее сообщение о том, что обновление можно загрузить. Соглашаетесь, и тогда свежая версия устанавливается автоматически, причем не расходуя ваш интернет-трафик. В европейской линейке к удаленным серверам подключены модели Zoe, Clio, Captur и Megane. В России обновляться по воздуху умеют три модели – Arkana, Captur и новый Duster. За полтора года на российском рынке были запущены уже 4 фотокомпании. Но французы не останавливаются на мультимедиа. После этого первого шага вторым технологическим шагом будет покрытие новых электронных устройств и функций автомобиля. Этот этап начнется с электрического Megane E-Tech, где мы расширим регулярное обновление встроенных сервисов Google. С 2024 года вступят в силу новые правила по безопасности удаленного обновления, и Renault уже сейчас готова к этому регламенту. Финальным этапом развития технологии фото предполагают рождение настраиваемых или обновляемых автомобилей, которые предложат функции в зависимости от предпочтений водителя. В этом году французы отмечают 60-летие культового хэтчбека Renault 4. Праздничных мероприятий до конца года будет еще много, а среди прочего – концепт Suite 4, приготовленный совместно с дизайнером Матьё Леаньё. Само собой, машинку переделали в электрокар, который отражает французское искусство жизни. Заднюю часть кузова заменили панорамные окна из поликарбоната. Матовая окраска должна напоминать бетонные здания, алюминиевая панель вместо решетки – это волны, а на корме – выдвижная скамейка. Все вместе – гостиничный номер на колесах, то есть Suite. И как тут не вспомнить, что компания планирует возродить модели Renault 4 и 5 в виде электромобилей.